Перед техническим запуском парк около стадиона «Краснодар» посетил губернатор. Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, который представил объекты парка. Общая площадь территории – почти 23 гектара. Я прошелся по этому парку и испытал максимальное удовольствие, потому что все равно жить в мегагороде, в краевом центре, все равно душа человеческая просит таких мест. Я очень рад, что в Краснодаре такое место появилось благодаря Сергею Николаевичу. И на самом деле я уверен, это будет любимым местом отдыха горожан. Здесь максимально созданная комфортная обстановка для отдыха не только взрослых людей, но и деток. Очень много различных мест, где дети могут провести свой досуг. Даже есть кинотеатр летний. То есть здесь все удобства для того, чтобы вот горожанин окунулся в атмосферу настоящей природы, настоящего отдыха. Окончание мы увидим в апреле. Поэтому пока все направлено на то, чтобы горожане сейчас осенью как-то получили удовольствие в парке. А так мы в апреле посмотрим, все получилось или нет. Потому что еще будет досадка где-то, ну, где-то 150-200 деревьев мы досадим, даже не 100. И когда вся подсветка встанет, плюс мы надеемся на следующую очередь парка. Если мы ее реализуем, тогда мы посмотрим. Но по большому счету, все, что мы хотели, мы реализовали. И спасибо тем, кто строителям, которые принимали участие, и архитекторам. Сейчас на территории уже высадили почти 2500 деревьев. Новый городской парк разбит на 30 зон. Есть летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад. Построили и фонтан, который зимой будет переделываться под каток. Для детей сделали большую песочницу с горками, веревочный парк, скалодром, водные музыкальные лабиринты. В парке также можно будет играть в баскетбол и кататься на скейтах.